время 13:15, надо идти обедать и готовиться к очередному третьему туру. Два тура я успешно проиграл. Ну и что? Теперь будем проигрывать в третьем туре. Но должен сказать, что шахматы классические и шахматы рапид, блиц — это три огромные разницы. Вчера я на себе это почувствовал, когда, может быть, впервые за всю жизнь сидел за доской часа три. Это, ребята, совсем другой спорт. Но как научить его подавать, непонятно. Мы тут рассуждали немножко. Может быть, в будущем устроят какие-нибудь датчики за зрачками шахматистов, чтобы отслеживать их фехтование, фехтование мыслей на основе вот таких вот съемок, куда они смотрят, на какие фигуры, как по полю все это бегает. Как питание? Хорошо. Хорошо. Ну вот, значит, все прекрасно. Питание хорошее, и можно идти. Как питание? Хорошо. Отлично. Сколько у вас очков? Полтора. О, наверное, не встретимся. Я еще ни одного не набрал.